Что нового? Какая оперативная ситуация? Да нормальная оперативная ситуация. Сейчас в данный момент перемирие. Поступают регулярные провокации со стороны украинских войск, чтобы мы открыли огонь и сорвали перемирие, и нас в этом обвинили. Ну, мы стараемся сдерживать себя, честно, стараемся. В данный момент, вы тоже слышите, по аэропорту работает воинская часть города Авдеевки. Это часть ПВО. Ну, а так, в принципе, все нормально, все хорошо. Как вы считаете, какие перспективы у этого перемирия? Я уже не рассказал, плохо это попахивает. Честно, откровенно говорю. Попахивает каким-то идиотизмом или заговором. Или... Это перемирие на руку украинским властям, но не нам. Сейчас очень много ходит слухов о том, что украинцы готовятся к прорыву, к массированной атаке. Мы готовы. Вот к вопросам. Будем закрывать тушенку очередную. Мы никого ничего не боимся. А шеврон их не новый понравился мне. Киборги. Красивый шеврон. Для дебилов подойдет как раз. Вы не могли бы несколько слов сказать для мужчин, которые имеют хотя бы армию за плечами или тем более боевой опыт, но сидят в интернете вместо того, чтобы сражаться? Да, диванные войска вы имеете? Да, да. Да ну что я могу сказать этим мужчинам? Понимаете, я учу своих людей, своих друзей, вот, которые со мной воюют, которые вот видят здоровых, мощных мужиков, которые идут по улице, там, украинской походкой. И у моих ребят психуют в каком-то плане, нервничают. Мог бы взять автомат, мог бы это помочь. Бог судья каждому. Но если у мужчин есть хоть какое-то достоинство, чтобы отстоять свой край, они должны взять автоматы в руки и пойти к нам. Как вы относитесь к тем, кто в Крыму сейчас пребывает в Ростове? Это личное дело. Это дело личного каждого. У меня есть свое мнение. Я рад, что у меня есть целый батальон отважных уверенности в мужчинах. Я горжусь своими людьми. Я горжусь теми, кто со мной воюет со Славянска. Тот же даже министр обороны, тот же главнокомандующий Захарченко. С Кононовым я знаком еще по Славянску. Захарченко я познакомился в Шахтерске. Так что есть настоящие мужчины. И мужчины с головой, мужчины, которые хотят и умеют. Я горжусь теми людьми, которые воюют со мной по плечу со мной. Вот тот же Восток, тот же батальон «Оплот», тот же «Кальмиус», те же казаки. Ребята, может быть, они и какие-то батальоны не участвуют в активных действиях, как бы им хотелось. Но для этого есть свои веские причины. Каждое время придет, и все помогут друг другу. Например, так же, как же и батальон «Моторола». Мы воюем не первый день, и я вижу, кто к нам прибывает. Люди прибывают с желанием не отсиживаться, не просто одеть форму и нашить шеврон. Но действительно хотят воевать впереди. А что эти мужчины скажут? Да ничего я не скажу. Бог им судья. Пускай им жены их не говорят и стыдят их. Но не мы. Готовы идти на Киев? Да, какой Киев? Киев это мало. Я сказал же, я уже говорил миллион раз, еще раз скажу вам. Львов, это минимум. Я хочу увидеть Львов. Я хочу, чтобы все эти области, которые посылают своих солдат против нас, прочувствовали эту ситуацию, когда бомбят города, когда они занимают оборону возле города в километрах 20 и начинают нас долбать. Также я хотел бы предоставить такую возможность жителям всех областей, которые против нас. Хотя, как показали выборы в Украине, я, правда, не слежу так сильно, но ребята мои показали мне. Оказывается, мы с Гиви Моторола даже на предвыборной кампании поучаствовали. Это приятно. Испорченные бюллетени, жалко, что такое мало. Как вы вообще относитесь к результатам выборов? Да бред там сумасшедшего. Какие выборы, если официальные? Там даже и 40%, по-моему, не было. А написали 90%, или сколько там написано. Не верю я в это. Бред сумасшедшего. И опять лидируют те же блоки, Порошенко, тот же Ярош недоделанный, который бандит и убийца. Уже в депутатах. Ну как это понимать? Ну это цирк. Ну как вообще вы к психическому состоянию украинцев относитесь, что-то не допускают такое, голосуют за этих? Реально жалко. Тупо жалко. Не то, что я говорю, как их не враг им. Я говорю им, как человек, который воевал, не воевал, а служил в украинской армии. Который также вместе с ними переживал все наши неудачи. Но теперь мне просто жалко. Просто они
как слепые котята, к сожалению. Неужели у вас не хватает смелости, так же, как в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, просто встать против этих идиотов и дебилов? Я подумал, назвать не могу этих людей, понимаете? Не могу, реально не могу. Такой вопрос, в чем сейчас нуждается сам Али? Вот чтобы кинуть клич, допустим, тем же российским журналистам и так далее. В чем самая острая необходимость сейчас? Острая необходимость? Ну, вооружение добавить. А так, да нет, в принципе, по большому счету, благодаря министерству, благодаря людям, которые хотят нам помочь из того же, из той же Москвы, Владимир Вольфович две Нивы прислал. Сегодня ночью мы погнали. Вот одна из них уже летает на передовую, вы сами прекрасно видите. Спасибо ему большое, я очень благодарен ему. Ну, такой подарок, щедрый действительно подарок, потому что машины нужны, тем более такие Нивы сейчас впереди. У нас зима начинается. Знаете, как говорится, кто хочет, тот поможет. Чем? Кто чем сможет, как говорится. Теплые вещи ребятам нужны. Врать не буду, да, нужны. Чем больше, тем лучше. Ботинки особенно, в ботинках ребята нуждаются. Потому что размеры, которые приходят, особо маленькие. К сожалению. Или большие очень. А есть такие размеры, как 42, 43. Даже есть 38 размер, извините. Поймите правильно. А с медикаментами как обстоит дело? Медикаменты, ну, медикаменты обезболивающих много всего, но не хватает противовоспалительных. Это против гриппа, ангины. Вот такой вот. Понимаете, вот серьезные такие вот, сиропов не хватает от кашля, например, тех же капли в нос. Все это мы покупаем за деньги, которые выделяются в министерство. Потому что, ну, это реально не хватает, вот честно. Перчаток ребятам не хватает, шапок не хватает. Ну, такое вот, понимаете. Мы постоянно получаем гуманитарную помощь с разных городов. Из Самары, из Петербурга, из Москвы. Так что из Ростова получали неоднократно. Люди нас знают, люди нам хотят помочь. Так что. Скажите, пожалуйста, вот как вы видите будущее бойцов после окончания войны? Кто они будут в республике? Надежная армия. Самая надежная. Армия, которая будет достоять, не будет носить просто камуфляж, а будет действительно с гордостью его одевать и с гордостью его отстаивать. И с гордостью будет отстаивать наш флаг, наш народ, это самое главное, и нашу землю. Такой немножко политический вопрос, если вы не против. Как вы относитесь к Новороссии как самостоятельному государству или воссоединению с Россией? Ну, вы знаете, по мне, я могу вам сказать честно, и, да я говорил же, что я буду скрывать это. Я очень сильно симпатизирую Путину, Медведеву и Жириновскому. И скрывать не буду. Я бы хотел, чтобы Новороссия вошла в Россию. Ну, мое, это мое личное мнение. Я его не навязываю никому, ни своим ребятам, солдатам, ни окружающим, никому. А на выборах, я надеюсь, наши, вот, которые выборы сейчас будут, 2 числа, я думаю, люди правильно сделают выбор. Там выбор единственный должен быть. Только Захарченко. Больше никого там не вижу. Захарченко действительно как мужчина, как отец, как командир, как даже товарищ, могу вам сказать так честно, может быть, конечно, это громкие слова будут, но когда он ко мне приезжает, у нас нет понятия, что он главнокомандующий, а я там командир отдельного батальона, что я подчиненный. Он приезжает, узнает, какие проблемы, и старается помочь изо всех сил. Он, Кононов, я не буду это скрывать, да, я уважаю этих двух человек, которые действительно стараются. И это единственный кандидат, который не обещал золотые горы на предвыборной кампании. Я, например, он был в моем родном городе в Иловайске, и когда сказал, что вы обещаете, он сказал, ничего я вам не обещаю, это правильный ответ, я считаю. Лучше не на словах, а на деле делать. И Захарченко из той категории людей, и я уверен, что у него все получится. Шкурный вопрос, когда будем Херсон Николаев освобождать? Как только так сразу. Пускай они берутся все терпения. Я знаю, что даже не буду скрывать. Я общаюсь с людьми и с Запорожской, и с Херсонской, с Днепетровской, с Харьковской, с Киевской области. Все нас ждут. Все очень сильно нас ждут. И поверьте мне, когда будем ходить в эти областя, люди уже сидеть не будут спокойно там.
они будут выходить и вступать в наши ряды и освобождать свои областя. И, может быть, я надеюсь на то, что Украины уже не будет. Никогда. Будет одна большая страна, это будет или Новороссия, или Россия. В общем. Можно пару слов для подполья, для тех, кто сейчас там остается, ждет, ведет работу какую-то. Ребят, ждите, мы будем обязательно у вас. Я вам даю слово. И мои люди будут идти до... Ну, допустим, мы дойдем точно. А там посмотрим. Спасибо вам большое.